Погода капец. Кончилась незамерзайка. В общем, сейчас пойду залью. Значит, есть. Ой, да не пилите ты. Где-то начатое есть у меня? Ага, начатое нету. Все, значит, вот эту начнем. Купил сразу две перед весной. Наш такой. Сейчас маленько грязь, маленько вот это все наше малаш закончится. Я двигатель помою. У меня же есть этот моечный моечный аппарат. И машину буду сам тоже мыть. Просто вчера что-то заехал на мойку, так помылся на это, на мойке. Говорится, ни капли мимо. Вообще ни одной капельки мимо не пролил. Да, надо заехать еще сразу купить пару штучек, наверное. Сейчас, потому что весна, такая погода будет, так если ездить буду, то капец. Надо будет подливать каждые 20 километров. Каждые 100-150 километров. Ну все, подлили. Сейчас побрызгаем. О! Все хорошо. Поехали быстрее, а то там автобус подъезжает. Друзья, а сегодня мы снова у Славы в гараже. Двенашку он покрасил, она там на улице стоит. Показать не смогу, потому что там темно. Потом днем как-нибудь приеду, покажу. Сегодня он готовит бампера к покраске. Шлифует, тут выпрямляет, шпаклюет. Передний там вот уже готов, лежит. А это задний. А сейчас у нас происходит пайка. Пайка, что там, отверстие какое-то было, да? Трещина? Трещина. Сейчас запаяем, потом зашпаклюем, зашлифует, Слава. И все будет вообще ништяк. Там уже была трещина. Паяная, шпаклеванная, и она опять лопнула. А, все, вот так-то. Это... Сейчас немножко пошлифуем, да? Сейчас зашпаклюешь. И еще пошлифуем. Контента на пилингу. Ставим тебе камеру на пылит. Ну что, протяну. Ну, сегодня мы начинаем делать лестницу на 180 градусов с забежными ступенями. Опять же, с подступенками, с нашими любимыми, которые мы так любим. Лестница будет из сосны, материал сосна. Сейчас вот в данный момент распечатываю щит. Щиты у меня, видите, да, материал, я уже сколько раз показывал, то есть он 600, ширина 600 мм, длина 3000 мм и толщина 40 мм. Он также есть, такие размеры есть в сосне, в ясене, в дубе, в лиственнице. И такой вот самый такой удобный формат для изготовления лестниц. Конечно же, если надо, например, там пошире, либо подлиннее, да, то можно заказать, в принципе, прям уже, ну, площадки. То есть они есть площадки там метр на полтора, метр на два. То есть, ну, такие вот всякие размеры. Вот. Ну, там уже зависит от ширины ступени, какую вам надо расположить. У меня, ну, в моем случае, вот самые такие оптимальные вот эти шиты 600-е. Ну, иногда бывает, да, я беру, когда у меня бывают широкие ступени, там, когда на 3 ступени поворот. И вот эта вот центральная ступень, она самая широкая и самая длинная получается. И тогда я беру площадки метр на 2200.
Вот с них у меня выходит как раз где-то 3 ступени плюс-минус. Вот. Ну вот так вот. Потому что в такой щит такая ступень не влезет. Ну, тут можно надо будет доклеивать что-то, да, кусок какой-то. Зачем вот это мучиться? Лучше целиком сразу выпилить и уже изготовить. Ладно, все, начинаем. Выкинуть. Первое, с чего я начинаю изготовление лестницы, это я проверяю ровность базы вот этой. Потому что у меня вот этот край будет база косоура. От нее я буду отмерять расстояние шейки косоура и уже уголочки буду отмерять от шейки. Вот. И поэтому нужно вот эта часть, чтобы была ровная. Этот край косоура. Это задняя часть косоура будет. Потом, потому что от нее мы еще будем ловить угол балясин. Так что чем она ровнее, тем лучше. Ну, в данном случае изготовители меня прям балуют, прям издеваются надо мной, потому что они у нас в данном случае вообще ровные. А есть где-то погрешность, там миллиметр, там полтора, может. Ну, это незначительно. Даже сколько там. И изготовление лестницы я, конечно же, начну с изготовления косоура. Сейчас делаем косоуры верхние, либо нижние сначала. Вот, а затем уже будем делать все остальное. Thank you.
Ну и все, сейчас мы будем рисовать верхние косуры. Верхние косуры они будут на 4 ступени, если нижние были на 5, то верхние будут на 4. Все, сейчас нарисую и покажу. Так, обычно я делаю их все одинаковые, ну как, если они одинаковые, то есть внизу 5 ступеней, наверху 5, то я делаю сначала верхние косоуры, а затем уже по верхним уже делаю все 4, ну все 3 остальных. Вот, но здесь у нас, видите, в нашем случае внизу больше ступеней, то есть не получится сделать. Ну, получится сделать, но лучше сделать по индивидуально. Начну нарисовать индивидуально. На нижних уже срезал расстояние, которое будет к, ну, за счет подступенки, которая съедается, я его срезал уже. И поэтому не получится уже по нему сделать верхний косур. Так, друзья, маленько я поторопился. Я забыл, что с этой у меня выйдет еще как раз 4 ступени. С этого остатка, с щита. О, все, сейчас я здесь нарисую прям их. Ну, начал новый. Все, убрал его обратно. Вот. Чуть-чуть, ну, поторопился, забыл. Все, сейчас я здесь нарисую и буду выпиливать верхний. Ну, я не стал снимать, как я рисовал. Нарисовал я его так же, как и нижний косур. Только единственное, здесь первая ступень, которая будет на втором марше, здесь прямо делаем. Не запиливаем, а делаем прямо, чтобы был вот такой срос. Все, вот он выпилен. Косур на 4 ступени. Все, сейчас также его обгоню фрезером по шаблону. Затем переверну его, вот так переверну, и нарисую второй косур. Выпилю его и обгоню по шаблону уже по этому косуру. Да, еще раз напоминаю, друзья, что у меня есть курс по изготовлению лестниц, так что если хотите приобрести его, пишите мне в личных сообщениях, хочу курс. Там подробно я рассказал размеры ступеней, как пилить, как фрезеровать, разметка там, еще, ну, в общем, если интересно, пишите в личные сообщения. Или также можете на канале Boosty сделать платную подписку и там посмотреть эти видео, они там есть. Вот и все. И верхние у нас косоуры готовы. Так, сейчас нам надо сделать поворотные косоуры. Не подснял я, как собирал-то. В общем, соединил я косоуры столбами между столбов косоуры. Вот это первый косоур, это третий косоур и второй косоур. Вот он такой подлиннее, промежуточный. Сейчас я его прикручиваю к верхнему и затем прикручу сюда уже нижний. Вот тот. И будет каркас лестницы на 180 градусов собранный. Ну вот и все, такая конструкция у нас получилась. Сейчас я ее спущу на пол. Одному маленько не уродняк, конечно. Ну ничего. Я думаю, справлюсь. Так. Так. Опа. Yeah.
такой поворот лестницы на 180 градусов у нас получился. Лестница, поворот направо. Здесь будут еще косоуры прикручиваться, поворотные ступени и вверх. Ну что, вот такой, на таком этапе у нас лестница готова уже. Значит, подступенки напилил. Здесь так, ступени тоже здесь, подступенки вставил, врезал, подогнал. Да, опять как обычно подвигаются у нас. Так. Приклеился, что ли, прилип, не знаю. Вот так. Сейчас верхние косоуры. Они уже есть, я сейчас приготовлю к ним скользячки и столбики. Ступени верхние тоже уже готовы. И будем запиливать ступени, прорезать паз под подступенки. Все, ступени уже тоже готовы у меня. Вот такие вот они получились. Сосна. Длина их 950, ширина 29 сантиметров. Все, толщина 4 миллиметра, 4 сантиметра. Косоуры висят верхние, все, подступенки я уже накинул, сейчас сделаю последнюю ступень и сверху, думаю, начну вниз, сверху вниз, потому что сверху вниз удобнее делать.